Ленинская районная общественная организация инвалидов объединяет свыше 600 человек, в том числе 68 детей. Представители организации активно взаимодействуют с местной властью, учреждениями здравоохранения, образования, социальной защиты по решению вопросов, связанных с улучшением условий и качества жизни людей с ограниченными возможностями. У нас очень проводится много мероприятий. У нас наши инвалиды всегда под контролем. Детей вывозят и на юг. Это благодаря нашей Наталье Алексеевне. Вот, она очень человек такой активный, помогает любую минуту. У нас наборы, у нас помощь, поздравления с юбилеем. Но самое главное, у нас никогда не бросают больного человека, вот кому плохо, всегда оказывают помощь. В период вынужденной самоизоляции сотрудники организации окружали вниманием и заботой своих подопечных. Также обеспечивали продуктами и средствами индивидуальной защиты. Татьяна Туракевич состоит в обществе инвалидов 18 лет. Она признается, что за это время организация стала ее вторым домом. Еще при Раисе Фроловне мы вступали в общество. Очень добрый, отзывчивый человек. Сейчас ее с нами нет, но мы поддерживаем все традиции, правила, которые она нам заложила. Мы все радуемся, когда туда приходим. В обществе все очень благосклонны друг к другу. Поздравить Ленинскую районную организацию Всероссийского общества инвалидов с 31-й годовщиной со дня основания пришли почетные гости. Среди них депутат Московской областной думы Владимир Жук. Районная организация, не хочется говорить слово «инвалидов», приходится, потому что так она называется. Действительно, без нее сегодня трудно представить общественную жизнь Ленинского городского округа. На любом мероприятии везде присутствует активно вот именно члены этого члена организации. Владимир Жук вручил благодарственные письма активистам, которые помогают и поддерживают объединение. Также поблагодарила гостей праздника и председатель общества инвалидов Наталья Рящина, возглавляющая организацию с 2016 года. Хочу выразить благодарность всем нашим благотворителям за отношение к нам, за то, что рядом с вами мы уверенно смотрим завтрашний день, за то, что вы люди с напряженным графиком работы нашли свободное время и уделили нам свое внимание. На протяжении нескольких лет Ленинское общество признается лучшим в Подмосковье по работе с детьми-инвалидами. Стоит отметить, что организация активно участвует в общественной деятельности Ленинского городского округа. Вместе – это сила. Вместе вы можете не только, так сказать, достучаться до каждого двери, до каждого руководителя, до общества, а вместе вы свернете горы. Организация за все время своего существования помогла улучшить жилищно-бытовые условия инвалидов, обеспечить льготными лекарствами и средствами реабилитации. Также много было сделано для досуга и развития творческих способностей. Благодаря такой помощи и поддержке люди с ограниченными возможностями могут вести полноценную жизнь. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.